Друзья, пожалуй, начнем с вами программа «Больше фактов». Сейчас я назову 5 фактов о транспондере T-Pass, один из которых неверен. Вам нужно определить ложный факт. А победитель получает вот такой вот рюкзак от компании «Автодор. Платные дороги». Транспондер T-Pass самый популярный в России. На дорогах уже более 1 200 000 устройств. Транспондер T-Pass можно пополнить 10 разными способами. Факт третий. У транспондера T-Pass есть франшиза, и спрос на нее растет так же быстро, как и на сами устройства. Транспондером T-Pass нельзя оплачивать проезд по западному скоростному диаметру Санкт-Петербурга. Транспондером T-Pass можно будет оплачивать проезд по СКАТ в Подмосковье. Знаешь неверный факт? Пиши в комментариях. Но среди правильных ответов победитель выберет наш генератор случайных чисел. Хочешь продолжить участвовать в наших конкурсах? Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Не пропусти новый конкурс.